Добрый вечер, шановные друзья. Моя сегодняшняя спеврозмовница одна из наивродливейших актрис радянського кино. А чьи в образе милейди риси и ее власного характера мы дізнаємося видны неї самой. Сегодня у нас в гостях народная артистка России Маргарита Терехова. Маргарита Борисовна, добрый вечер. Добрый вечер. Я, поверьте, счастлив, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо. И я всегда вспоминаю, когда вижу вас на экране, свои детские впечатления, юношеские, связанные с, со спектаклями. Со спектаклями. Нет, я шучу. Со спектаклями театром, Моссовета. Моего любимого тогда театра, где шли такие хиты, говоря современным языком, с вашим участием, как «Преступление и наказание», «Глазами клоуна», и «Царская охота». Да, тогда Гена было еще жив. Да, «Бортников» и «Тема с Жалко, вариациями». Невероятно. В Париже, когда с трупой, я не была там, не должна была участвовать, тень Жерара Филиппа пролетела над Парижем. Не, слышите? не слышали? Нет? Тень Жерара Филиппа крупными заголовками в самых, в самых главных Больникова, газетах да? Гена. И все его спрашивают, даже я спросила, ну мы в хороших были очень отношениях, и я его спросила, ну и что? Он говорит, да, да что я буду съездил, ну в этом роде что-то такое. Ну правда, потому что, ну что, вот смотрите, они его поднимут на, на руки, да, там что-то такое, но ведь он не знает французского, ну точно не знает, я не, правда, не помню. Наш и, человек до мозга костей. Ну да, и он как-то, видите, и совсем даже отказался, а все надеялись, что он там останется и будет жить вообще какой-то невероятной жизнью. Я знаю, что в детстве, когда вы росли в Ташкенте, вы да. были капитаном юношеской сборной Узбекистана по баскетболу. И это вообще правда. думали, что баскетбол – это дело всей жизни. Правда, это Поразительно. правда. А рост-то небольшой, да? Ну, как небольшой? Вообще-то считал, что большой. Сейчас стал поменьше, я думаю. Вот. Но Хорошо играли? Через заборы. У меня там три двора было через забор перелезаешь, и такой вот Кириллов, вот, ну, я вот сижу, да, а вот он, вот Несси, со мной. С, с, он коричневый, он вообще не выходил с площадки баскетбольной. Это был потрясающий человек. И потрясающий. И когда уже все вообще бежали, там, разминались, да, потом это самое с этим, со всем этим, с этими, ну, с тем, что мячик пока закинешь, пока чего. И он так, значит, потом говорит, ну, а теперь потихонечку, бегом. Вот, э, ну, это Хорошо была хорошая играли школа была. Я играл, я была капитаном юношеской сборной Узбекистана. На минуточку. Ну, да. Я, 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 я не рвалась. Ну, так, так случилось. Потом... Как говорил Игорь такой: так случилось. И потом потом так очередной говорит. вираж. Поступили на физмат Ташкентского университета. А... Значит, вот мы так живем, да, улица Энгельса, а в окошках университет. Ну и когда ребята, вот одноклассники, да, ну куда вы идете? Мы, говорит, на физмат. Я гну я с вами, клянусь. Только потом это самое, и потом только э, педагог, я, конечно, не вспомню сейчас свою фамилию, ну, он сказал: а, вот вам куда надо было, когда я сказала. Вы знаете, я уехала в Москву и поступила в студию, значит, вот. Вас Завадский принимал в студию лично? Да, Юрий Александрович, но ну, не по одному сначала, да? Вообще была Ирина Сергеевна Вульф, угу. вы знаете, она потрясающая ну, женщины. да? Ее все боялись. В коридорах масса, все же идут по всему, по ну, по всем коридорам, по всему, все везде пробуются, да? И на самом деле я первая не побоялась прийти к Ирине Сергеевне туда. Вот так, куда вот они говорят: Не-не, не ходи туда, к ней, не ходи, это ужас. А у нее, правда, такие подведенные глазки, она же уже не молодая, и худая, очень такая симпатичная. И значит, я вошла и показываю ну, документ, да. Вот золотую медаль-то я разворачивала. Еще и ну, золотая медаль? Золотая медаль. А она посмотрела, ах, какая умница. Это для актрисы. Да, и это да, вот представьте себе. И на второй тур у меня сразу. Вот, ну, в общем, так, и потом Завадский, все хорошо. Он, когда я начала там что-то, всю сумочку рядом клала, там, чтобы <свот> никто не это самое. Девочка с Ташкента приехала. <свот> Нет, ну, не в этом дело, Ну а куда ее девать-то сумочку <свот> так. Вот, и я начала что-то такое, там, какой вот, то значит, с Ириной Сергеевной, значит, я разобралась, а вот когда уже Завадский он так меня немножко передразнил, ну, ладно, ладно, иди, говорит. Вот так. Вообще удивительно, вы приехали, ташкентская девочка простая, тут такие люди, Мордвинов, Морецкая, Раневская, Орлова, Плят, вообще сплошные корифеи. Бирман, наверное, тогда еще была, да? Бирман была, и э, она, она изумительная. Абдулов, да? Нет. Осип Абдулов Это Абдулова не было? не было, uh -huh. да. Угу, так, уже не было, Поразительные корифеи можно было вообще потеряться, спрятаться навсегда. У вас не было робости смущения? Нет, а вы знаете, что чем более велик человек, да? Тем он тем проще. Он проще. Да, и, и, конечно, гении, они всегда. Ну, как, кстати, и гена. Как жалко было. Как жалко было. Я даже посмотреть не могла, когда вот там в фае. Я посмотреть даже не могла в ту сторону. Честное слово, я прямо ушла, потому что я его любила. Я с ним играла и глазами клоуна, и да, невероятно просто жалко. Гениальный артист был, да? Абсолютно гениальный. И так неоцененный, не правда? Вот. Ну, как сказать, вот сказали, тень Жерара Филиппа пролетела… Ну, это там сказали. Да. А но, тут? Ну, все спрашивали, чего ж ты не остался? А он вот, это, вот на этот вопрос не ответил. А, в общем-то, он правильно, но ну, на него навалились бы, наверное, какие-нибудь, понимаете, совершенно... Любовь Верлова, какая она была в жизни? Вот эта мало. недосягаемая женщина с, теле... киноэкранов. Вот мало я ее видела, никогда вместе не это самое, но, но вообще за кулисами в театре, конечно, ну, столкнешься с ней, но она вообще была небольшая. Да, может. Да серьезно говорю. Вот вам угу. экран. И Александров. А экран, да, но экран и Александров. Да, 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 правильно. Яркая, красивая или тоже нет? Ну, как сказать? Ну, вот я яркая и красивая. Ну, понимаете? Да. Ну, конечно. Ну, как я яркая? Ну, тут однозначно, да. Ну... Да, ну, началось так. Спорить не будем. Не будем, вот. нет. Но, тем не менее, все вообще наши вот корифеи, да, все были чрезвычайно... Вот когда мы поступали, это вот одно, да, мы там старались обойти, там, ну, невероятное количество было народу, который... Потому что заводские вообще-то ну, умнейшее существо, и он в последними набирал всех, понимаете? Не рвались там вот кто куда, все пошли уже, ну, не пройдя что-то. вот он отобрал именно тех, кто ему понравился. Вот, ну, он вообще Одним из самых больших потрясений для меня вот в юности был спектакль «Дальше тишина», где главные роли играли Раневская, Раневская. и Клят. И вы играли с Раневской в этом спектакле. Потрясающе, просто потрясающе. Вот. И сейчас иногда его смотрят, показывают по каналу «Ностальгия». Да уже. что вы! Да, показывают. Ну я даже не знала. И смотришь этот спектакль, и слезы на глазах, и вот оно настоящее. Вот все настоящее, все, все как... Нет, знаете... ну, ну Фаина Георгиевна – это особый человек. Во-первых, тишина была абсолютная. Она вообще, она закрывались даже такие коридорные двери. Она выходила, когда ее тут провожала, там... Кто с ней, ну, там, или гремешь, или что-то кто-то. Вот. Она, конечно, гений абсолютно гений. Ну, как и гена. Вот я хотела спросить: вас: Раневская, это гений или миф? Миф это или что гений? что, вы настоящий гений. Она, она, она вот начнет говорить, и все, весь зал замирает, и все, понимаете? Эти шутки, репризы, анекдоты, которые от ее имени сегодня издают, это было Очень или. Очень много всего есть. Не, совершенно никогда я этим не интересовалась, совершенно не верю. Я лично не слышала ничего такого, которое вот. Что сегодня печатают? Да нет, я даже не знаю, где они печатают, и, господи, сами пускай они разбираются. Вы были вхожи в ее дом? Да что вы, нет. Нет, нет, нет. А зачем? Зачем прям зачем? Она а... с, с Любовью Петровной, действительно, она с ней дружила, дружила да. да. А, У -у -у. Я знаю, что вы, вас должны были ввести в спектакль «Живой труп», но вы были беременны и отказались Ой, слава тебе, от этой роли. И Раневская якобы вам позвонила и что-то сказала. Что она сказала? Не знаю, не помню. Не она не вас убеждала... Да нет, перестаньте писать, даже не говорите. Не, не говорите, что там я должна была. Что-то с ребеночком насчет ребеночка, она там что-то спросила у меня, ну, ничего такого. Да нет, вообще они все, и Бирман, и все вот крифеи, да, эти, они все такие наивные были. Да, да, да. И очень такие, ну, чем больше актер, тем больше он ребенок. Тем он ребенок, да, больше. Да-да-да, а иначе не раскроется ничего. Ну, что насчет гены было? Вы не знаете, через трубы лезли. Я помню по этот крышам. спектакль, я смотрел его в Киеве в 81 году на гастролях театра Моссовета. В 81 мой мальчик родился. Да, вы не приехали тогда, ну, вот. это было лето. Да, 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 он как раз родился именно летом. Угу. Но в Москве я смотрел те, спектакль «Царская охота», это ваш коронный, я считаю, спектакль. Да, Сколько он прошел раз? Наверное, очень много, Ну, да? когда был Марков, это было абсолютно гениально. Вот Марков, я а хочу перейти к Маркову. А, вот да. Это что-то невероятное. Правда, гениальный актер. Это гениальный человек, гениальный актер. Замечательный просто. Он был замечательный. И причем, вот когда сделали этот фильм, ну ничего, даже близко, понимаете, что такое человек? Даже близко, ну вот они старались, они хорошие люди, я даже не буду сейчас говорить фамилии, да, но, но это было все совершенно не то. А причем сделали именно потому, что из-за этого спектакля... Сильно пил, да, Марков? Ну, насчет сильно, не сильно, это я не знаю ничего. Это только у жены его можно было спросить. Я не знаю, из-за чего он так рано ушел из жизни. Просто не знаю. Кстати, никогда не интересовалась, потому что мало ли кто что скажет. Мощный такой исконный талант, да, от земли какой-то. Он русский очень был, знаете, такой... Э Действительно настоящий актер, даже не знаю, как его назвать. Но гением-гением это, это все так, гений-гений. Кто знает, гений-не-гений. Гений. Но он, вот с ним играть было потрясающе. Потом другой актер велся это было, конечно, немножко другое. Но мы продолжали играть, но это уже совсем был другой человек. Понимаете? Вы много раз уходили из театра Массовета, много раз туда возвращались. Да, уходила. Пока был в когда была Ирина Сергеевна, это вообще не считалось. Я уходила, потому что у меня были съемки. У меня было много съемок, и я писала, значит, это самое как бы... А ревновали к съемкам в театре? Да нет, ну кто будет ревновать? Да нет. Отпускали нормально, нормально, да? Да, да, да. Нормально. Приходила и сам, и спрашивала, и просила вот на то-то, на то-то. Мне делали этот самый... Ну, писали там, я через сколько я возвращалась, все. Что сейчас с театром Массовета? Ой, самое тяжелый. Не будем работать. о больном, да? Нет, почему? Нет, почему? Почему, почему? Там есть хороший спектакль. Я пришла, вот «Шум за сценой», например. Вы смотрите спектакли в Театре Мосовета? Это вот случайно получилось. Я вот зашла и не ушла, потому что мне очень понравилось. «Шум за сценой» – очень хороший спектакль. Такой вот какой-то очень приятный и хорошо так, так сделано, оформлено хорошо. В общем, хороший. Сколько лет вас нет в Театре Мосовета? Ой, я не знаю я не могу вам точно сказать, но я же уходила и приходила. В, в последний момент, ну почему, я даже, это сам, даже мы с Панфиловой, вот она сейчас у нас самая главная вот, э, директор, она молодец вообще, Валя Панфилова. Вот. И мы говорили с ней о, о Ксении Блаженной, но все-таки я удержалась, устояла, потому что ай, ну это такая святая, необыкновенная, да? Вы знаете про Ксению Петербургскую, правда же, да? Вот, что, в общем, это даже, по-моему, в кино э, как-то не... В, в Петербурге что-то это делали, но ну, по-моему, в спектакле. Ну, это вообще невозможно, понимаете? А вот, э, в принципе, конечно, можно было бы сделать. Ну, вот да. вы заходите в Театр Моссовета, вы ощущаете, что это ваш дом? Это родные стены? Ну как, конечно, конечно. Это все от Завадского. Это он сам же, он же еще и очень хорошо. Он был архитектор вообще тоже у него образование было, да, да, да. И он э, все это сам. И у меня куда-то фотографии девались. Я бы принесла, когда вот он мы вышли на сад -аквариум, И, кстати, мало театров, где еще и садик есть. Это тоже, кстати, очень и очень большая балюстрада наверху mm -hmm. тоже очень здорово. Но вот. Ну, что вот говорить-то? Ведь и, и когда нету, и не скажешь. Завадский – это был особенный совершенно существо. Поэтому, конечно… Он был и добрый, он был и замечательный. И если бы, вот я говорю, нашла бы я эти фотографии, я уезжала, мы надолго уезжали, иногда периодически, я не могла их найти с Завадским, но, ну, может быть, найду. Но ну, вот, к сожалению, не нашла пока еще. И вот он, он когда вышел, он надел кепочку, у него лысина была, преждевременная, кстати, ну, было уже, уже достаточно в возрасте. Вот, ну, надел кепочку беленькую, и с таким удовольствием, значит, он меня... И мы смеялись вместе, а волосы у меня были длинные и... Очень хорошие. Вот он так вот, их вот закрутил тоже. Вот. Ну, не, не то, что он там что-то такое, но в общем, очень, очень хорошие фотографии были. С ним я была очень рада. Может быть, найдутся. Может быть, в 1974 году на экраны советской страны большой вышел фильм Тарковского зеркала. Ну, мы сегодня много раз произносили слово гений гениальный, но я не побоюсь этого слова гениальный фильм. Ну, И гениальная игра ваша. Ну, вообще-то, гениальный, конечно, Тарковский. Скажем, прямо. Потому что это, ну и Лешенька ну да и все, понимаете, как все, слушайте, как как, это прохожие это одно. Карта легла, да? Вот так все совпало. Ну я не знаю, что совпало. Нет, Андрей знал, что что хочет делать. И он он не просто так, да, он он действительно без зеркале, самый. Ну как бы он даже и ну, так он. Короче говоря, как я говорила, мы, конечно, перед ним перед всем ну, дрожали просто, да. И когда делали первый эпизод вот снимали, да, то как бы. Ну, я вот еле-еле, вот, как бы, вот такая вся сидела, тряслась на, этой, на этом пледне. Кстати, никто почти, почти не замечает, что я сижу сначала с той стороны, а потом с этой, а потом с этой а да? это ничего, это не имеет значения. Тарковский, ну это, это же. Это же все знали, что он гениальный. И какая все-таки короткая жизнь. Все-таки очень. Посмотрите: вот. вот как гений, так оборванная какая-то песня, да? Я бы думала, что да. Вот, почему я очень хорошо знаю, я перечитываю даже и биографию его, и, и, так, и книжки же есть еще. Вот, и он, пока не украдут. Почти. Надолго уезжаешь, и потом, ну, что делать? Не потому, что свои крадут, а это когда придется кто-то убирать там или что-то. Ну, ладно, не будем об этом. Но Андрей – это необыкновенное существо. Его также точно признали и в Италии, и тоже так точно, когда он из-за границы остался, все э, точно так же, все его обожали, любили. Ну вот кто настоящий, понимаете? Ну, Тарковский в своем дневнике написал, произошла катастрофа. Рита отказалась Ой, да, да, рубить голову, голову петуху. петуху конечно, Почему? <laughs> что случилось? «А как рубить голову петуху? С какой? кстати, да а вы искус... Я искус... артистка, а не, а не, этот самый, кто там? Живодер. Был? живодер, да. И причем он, он же был уверен, что, наверное, я рискну. ему было, ему всегда было интересно, когда вот как именно это все будет. И все подвинули далеко-далеко, как бы. Ну, вот все-таки в павильоне, но таким полукругом столько народу приварил. Все посмотреть, как, мол, как, мол, э, ты петуха сейчас будешь рубить. А я все время говорила: А ты я не буду. То есть как не будешь, он такой. А что с тобой будет? Я говорю, меня стошнит. Очень хорошо снимаем. Вот как он сказал. Но мы не снимали все равно, так как, как стошнит. Нет, мы снимали просто ну, он вынужден был делать. Я не, я не могла рубить голубя Он просто не могла физически помочь. Я не хотела. И вообще все. Я говорю, ну, пожалуйста, я уйду. Пожалуйста. Но ну, я только нет не сам. Ну, вот все там из по-моему, пришел посмотреть. Но наслаждения не получили. Потому что, потому что Андрей Сенчев, увидев, что я действительно не буду, когда уже сказал, когда он снял вот мою это вот лицо там такое, знаете, слегка так сдвинуто даже, как будто вот такое. Ну, Блаженное немножко. Такое, ну да, какой да? какое-то такое, да. И вот, и, и крик петуха. Ну что, а, а показывать, что ли, это не обязательно. Так Андрей вообще выходил из всяких ситуаций. Те, кто участвовали в съемках, говорили, что у вас на съемках фильма «Зеркало» проявился очень такой тяжелый характер. Это я не знаю, кто говорил. Потому что даже больше того, я сейчас вам скажу, только я не знаю, кто чего говорил, мало что кто говорит, это же тоже еще не факт. Но дело в том, что когда Лариса Павловна, вот она же жена, она же не актриса, там это вот хозяйка-то там, да, когда мы пришли с мальчишечкой Игнатом, да, чтобы туда прийти и что-то поменять на что-то, я не помню там сейчас даже, что кто кушал там или не помню. Вот, и она выглянула, даже звала там, а когда я увидела, что ребеночек там в такой вот, мой, да вообще босой стоит, не знает, что делать, я потом выскочила. Ну, вот такая была мама. Выскочила, и он за мной такой весь, прям весь Он уже, бедный, хотел покушать чем нибудь или что-нибудь такое. А она, да подождите, да что в я в дорогу что-нибудь. А я вроде играла такую, знаете, жесткую. Но это была, она была жесткая. Но я читал, что вы э, во время съемок этого фильма любили вмешиваться в съемочный процесс, прирекались с Тарковским, и он даже вам говорил о пахахатальнику. А пахахатальник это очень смешно, это очень смешное дело такое, да? То есть было, да? Да, вы знаете, он никогда ничего всерьез не говорил, он только вот так вот, а по хохотальнику». или что-нибудь такое, он выбирал слова, придумывал. Поэтому поэтому я не могу на это сейчас ничего сказать. Это не было постоянно. Это, это, это точно я говорю. Тарковский признавался: хорошо, что я влюбился в Риту в конце съемок, иначе картины бы не было. А это да, это правильно. наверное да. влюбился все-таки в Все влюблялись в, конце. в него, во-первых. Все влюблялись. Он же... а потом Марья обиделась его 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 мама обиделась. она же тоже была, помните, вот женщина да, да, ведет с него, да. да да да. И, а, а, конечно, в него влюблялись. Он же... Но он вас влюбился? Ну, знаете, я не знаю. Он пишет Честно об говоря. этом. Да? И пишет, что хорошо, что влюбился в конце съемок. А, иначе ну, картины бы не было. Значит, все-таки в конце съемок влюбился. Ну, наверное, влюбился. Я не знаю. Я не знаю. Он потом же уехал. Он не признавался вам ни в чем? Нет, что вы что? Вы. Нет, нет, нет. Он другой человек. Он только когда вот я говорю, прикоснулся ко мне, так все. С меня сошла всякая... ну, Тарковский в то время, да, тебя берет в героини. Ну, ты же весь этот самый, да, но ну, я, конечно, держалась. Вот. Но он, когда я говорю, прикоснулся на этой слеге, да? Прикоснулся, вот так поправил что-то. И все. Даже не замечено никем в зеркале, что сначала я на этой стороне слеги была, на другой раз, на другой. Но это и не важно. Это могло быть вполне. Вы в Тарковского были влюблены? Ну, влюблена вот в каком-то таком безумном, да, вот бывает, что... Поклонение, вы, да? Все же молодые еще, да, и все могут и влюбиться, и все такое прочее. Но, вот знаете, как-то вот именно влюбиться, это вообще даже невозможно на площадке. Понимаете, это все равно, это ты чем лучше сыграешь, ты ему тогда будешь нужна, понимаете? Вот не было такого вот, прям влюбился и уже вот все, дрожу, понимаете? Но, конечно, мы его обожали. Обожали. И эта книжка, вот, по-моему, сейчас ее нет уже у меня. Когда все потом уже, потом, Воспоминания, да? да? Ну, не то, что воспоминания, писали свои вот эти... Почему вот... Тарковского при жизни так, ну, не скажу, что травили, но травили. делали ему такую желтую жизнь? Вот. Травили, да это термаш, да вы просто не знаете. Травили, понимаете? Да? Ну, конечно, травили. Почему? А он им не подходил. Чуждое, это могу... чуждое искусство? Да мне чайку, я оббил все пороки. Я пять лет <как> для того, чтобы чайку сделать, пять лет я носилась туда с утра чтобы что-то, и не знаю, не буду даже называть фамилии, но это просто невероятно было что-то. Но это было другое кино, которое соцреализм там близко рядом не был, да, с этим кино. И... про какое сейчас? Про, вообще про фильмы Тарковского. Почему его травили? В чем причина? Или зависть? Нет, ну, он был, во-первых, зависть. Во-вторых, он был, конечно, гений кинематографа. Потом он уже какие оставил курсы. Он же вообще, он даже оставил за собой чтобы люди дальше тоже э, все понимали про кино. Это укоротило Декции ему... По это укоротило ему годы, вот эта травля? Травля... Э, ну, потом... Э, был... Он страдал от этого? Вы знаете, ну, я же лично с ним не смотрела, как он страдал. Но там, э, в этом... Вот, итальянцы... Все, его возлюбили все, кто, кто у него снимался. Все его обожали. Понимаете, он же там тоже кое-что снял. Как вы считаете, нужно ли было советскому народу тогда элитарное такое кино? которое? Ой, перестаньте, повед... не делайте из людей дураков. Нет, 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 Это всегда были умные люди, всегда, всегда было кому что сказать. Другое дело, что их И не что так они... много было, да? Да что творилось, когда в Доме кино с крыш пытались лезть через там чего-то? О чем вы говорите? Это mm. правда, что у Тарковского были непростые отношения с Кончаловским? Ой, этого, вы знаете, я никогда в жизни вам не скажу ничего, потому как я лично ничего этого не видела. Но они, может быть, разные совсем. Может быть, что-то такое, где-то просочилось. Ну, ну, я же не наблюдатель. Я просто я обожаю Андрея Тарковского. Вот это правда среди режиссеров, которые с вами работали, особое место занимает, я знаю, в вашей творческой биографии Роман Виктюк, который да. при одном воспоминании о Маргарите Тереховой с ним начинается... Начинает улыбаться. Не у него слов не хватает выразить свое отношение. Да, мы с ним довольно много ведь сделали. Чем берет... Чем берет вот актрис, я не видел ни одной актрисы, которая бы не восхищалась Виктюком, чем он их берет? Расскажите. Вот такой он человек. Вы знаете, он ведь, во-первых, легкий очень человек. Во-вторых, он, э, вот в нем какая-то своя. Вот Андрей это одно, а вот такой, как э, Роман Вехтюк, это другое. Во-вторых, он, он же пытался, да, и он же потом пытался же вообще как актер начинать, так да, что-то да, такое. Да, да, да. А потом вот он, вот видите, вот Анечка моя э, с радостью тоже с ним репетирует, правда, правда. И работает с ним, когда они там договорились. Я не помню сейчас название, к сожалению. Но он молодец. У и, вас... Оно леску наше, это просто потрясающе. У вас двое детей, э, дочь Аня, а ее отец, лучший актер Болгарии Сава Хашимов. А вот отец сына Александра – гениальный актер в жизни, как вы сказали однажды, владелец трикотажной фабрики в Таджикистане. Да, это было. И вы знаете, это было что-то тоже невероятное. Я же вроде как бы и, и, и не Все разные люди вообще. не мы ездили туда, во-первых, мы всегда ездили с концертами, везде почти. Потом мы с Игорем Тальковым тоже объездили ездили там все, да. Но вот э, там они очень хорошо нас встретили и так далее, и так далее. И В вот Таджикистане, шел... да? В Таджикистане, mm -hmm. да. Ну вот и случился ребеночек. Сава Хашимов очень красивый мужчина, правда? Он, знаете, он своеобразный. У него, э, во-первых, сын очень хороший такой какой-то, тоже немножко другой, на него не очень похожий. Сава Хашимов э, «Бегущая по волнам» фильм э, был советско-болгарский. И вот тогда мы «Бегущая по волнам», вот «Бягаш-то по волны-то». Да, хорошо. да-да-да, то по волны-то», как фагу тебе. И всякое Красивый язык, правда, болгарский? Ну, хороший, да, приятный. Моя Анна там уже была и все такая прочее. И она была у них в семье. В общем, Хорошо было. Вы поддерживаете сегодня отношения с отцами своих детей? Отцами своих детей? Ну, вы это меня прям прихлопнули. Что значит поддерживать отношения? Ну, сейчас ну, же взрослые уже. Дружеские же отношения есть. Вы ну, можете ну, созвониться, узнать, они как дела? Же, нет, нет, нет. нет, нет, нет. Они, не, а, Если бы они еще звонили по поводу детей, еще было бы как-то... Не звонят? Приятно. Да нет. Что вы. Да нет, а потом же мы разошлись. Мы разошлись. Вы со своими детьми дружите? Ой, надеюсь, что да. Но особенно не пристаю. Приставать невозможно, потому что Сашка, он 81-го года рождения, он сам такой же. А потом они немножко сейчас слегка, они делали тоже свой фильм, делали. Денег не хватило, в общем-то. Вот когда началась этот кризис, типа, и так далее. Вот. И э, когда мы делали чайку, то Саша мне приказал, не то что у тебя, приказал, чтобы, значит, двух там ребят, которые, кстати, они очень хорошо сработали, Арсен, его друг, и второй вообще философ, <laughs> такой с кудревой башкой. Ну, правда, правда. И вот они очень хорошо сыграли вот этих вот, которые все время помогали. Вы признались где-то, что ваша дочь более талантлива, чем вы? Ой, вы а, действительно а, так считаете? А так не бывает. Нет, я так не говорю. Я не знаю, кто это наболтал и кто. Да каждый скажет там всякую гадость. Не-не-не, это не имеет никакого значения. У меня свои фильмы и свое все. Анечка свое. И я очень рада вот, ее каким-то Вам вот... нравится вот ее профессиональные данные? Очень нравится. Очень нравится. А вы вот видели хоть один еще спектакль с Анечкой? Спектакль видел, да. Ой, какой очень... Она очень красивая. А вы случайно был в театре Маяковского? Вот там были спектакли. Я сидела там. Вы не были, да? Ах, как здорово они играли. Боже, как они играли. Я не помню героя фамилию. Ну, просто не знаю. Я его и не знала раньше, этого человека. Но героиня. Нет, ну, Аня, если Аня, я ее родила, как говорится. Но там, ой, какой человек этот прекрасный, как они вместе там замечательно совершенно все это сделали, это было потрясающе. Она приняла болгарское гражданство, да? Нет, нет. Ну, если надо будет, она, она примет. Ну, а зачем ей? Я не знаю, по-моему, нет. Она? Нет. В 2002 году вы сняли фильм «Чайка». Да. Причем э, в «Чайке» сыграли и вы, и Аня. И Саша. И Саша. Так случилось. Так случилось, говорил Игорь Тальков. Ну правда, это так случилось. Это режиссерский дебют. Тяжело вам давалось кинорежиссура? Мне-то кинорежиссуру не давалось тяжело. А вот как тяжело госкино не хотело, чтобы я делала человеку? Смотрите. Лет пять. Я обивала пороги. Я вам серьезно говорю. Причем, ну, сначала я им показывала э, вот сценарий, там все, 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 но они всегда тянули. Не знаю, я уже давно не, не, не ступала к ним туда. Ну, вот, ну, это было, конечно. Это было самое тяжелое. Потом, когда мы уже. Ну, нам, конечно, повезло, что это Плещеевое озеро. Оно действительно колдовское. Действительно колдовское, поверьте мне. Оно правда. Там, потом нам рассказали, может быть, все не, не, не слышали, но я-то с радостью это все узнала и услышала, потому что оно сразу прям как-то поставило все на свое место. Потому что в. Э, Середине этого озера, куда всех предупреждали, никто не не ходите. У нас чуть на этом вело, знаете, вело, ну да, да, озеро и да, вело да. это самый вело. Скутер, да. Да. Там двойное дно в этом озере. Оно вообще совершенно загадочное это это вот самое Плещевое озеро. Вот и он, значит, вот с этим велосипедом совершенно белый вот такой, а рядом у него вот такие вот. Клянусь, я ничего не придумаю. Зачем мне это придумать? А рядом плывет что-то со штырями вот такими. Ну, правда. Только вот доказать не, никому не можешь, понимать, Будешь поверьте, что это правда. И он белый, совершенно вот такой вылез, вот уже выпал прям. Вот. Но там все говорили: все, кто там на плещеве озере, и с той стороны, и с этой там отдыхали, и так далее, говорили, что в центр не надо мы говорим о Чайке. Скажите, на ваш взгляд, Чехов сегодня по-прежнему актуален? Чехов актуален будет всегда. Потом он еще человек был потрясающий совершенно. И вообще, ну как вообще, он даже и сам то как хороший он был, да? И было изумительное существо, изумительное. И это, конечно, книпер, это просто ужас какой-то. Кошмар, но, правда? Но она, да, она просто, вот она же никак, она повезла вообще в совершенно другое место. и ну, ладно. Она была, правда, молодая тогда. Ну, ну, он тоже молодой был. Он же и ушел, из жизни с 40 с чем-то. Да, ли? столько вот. написав. Ой, нет, это, его никто никогда не, не, не перекроет. Я в этом уверена совершенно. Это невероятно. И этот человек, и, конечно, это тоже очень здорово, слава Богу. Маргарита Борисовна, для меня загадка, почему вот ну, сейчас кризис, ладно, но перед этим лет 7, наверное, 8, российский кинематограф мощно выпускал много картин в год, и наверняка можно было сниматься, и наверняка вы востребованы. Почему вы отказались сниматься в кино? Нет, я физически, вы с по какой, какой вы считаете, например? Ну, с начала двухтысячных, допустим, где-то так, когда кино начало возрождаться в России. Ну, не пошло ничего. Тогда у меня прям подряд было, и был еще Генфрид, который, кстати, между, между прочим, да-да-да, вот да. Да, между прочим, были у него и плохие фильмы, но были и очень хорошие. А главный Мишка Боярский тоже подключился к тому, чтобы самим все это самим вот, вот вроде кто-то ему говорил, чтобы он постоял, а они все сделают. И потом это хорошо, когда когда на воздухе. И вот, и вот это было действительно здорово. Но вот сейчас есть предложение сниматься? Нет, 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 нет. Я а даже если и... будут, пойдете? Да, маловероятно. Потому что что-то я этого кино нашего даже не вижу. Я не знаю почему, но я что-то и не вижу. Это, по-моему, вообще другое пошел совершенно какой-то. Ну, вы смотрите иногда по телевизору. Вот мне интересно, как вы относитесь ну, вот к новому пример. русскому кино. Ну, хоть назовите хоть одну картину. Ну, я не знаю. Ну, ликвидация фильм вы видели? Нет. Вор Машкова. Машкова ничего. Да, да, да. Но Володя хороший человек, он, наверное, сделал хорошо. То есть вы особо ну, это было... особо и не смотрите. Да, в общем... Остров. Нет, я не фильм. хожу, не хожу в кинотеатр никогда. А когда показывают по телевизору, да, 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 правда, правда, то, конечно, остров очень интересный, ну Лунгин, да? Да. да. Угу. Это очень интересный фильм, очень хороший. Вы где-то признались, что любите Талькова и Цоя. Ну, конечно. Почему? Ой, во-первых, трагические судьбы. Невероятно. Видите, и у, а, у Игоря, у него же сохранилось даже... Видите как? «А может быть сегодня или завтра Уйду я таинственным гамцом Туда, куда ушел Ушел от нас внезапно Поэт и композитор Виктор Цови». Понимаете? И буквально через полчаса, ой, полгода уже и его не стало. Ну его же... Знаете, как его убили, да? Нет? Вы знаете, вот. ну столько версий. Я скажу вам, это не... Версия. Это заказное убийство было, скажите. Я думаю, что да. Ну, даже не назовешь заказным, это просто дали ему, да, вот эту самую... Как это было? Это было, но ну, это можно сказать совершенно точно. Он выступал на сцене, и пуля попала, прости Господи, в сердце и именно в такое место где уже нельзя было никак, его хотели реанимировать, пытались ему... Не, так. он не на сцене был, он в раздевалке, наверное. Он был на сцене, никакой не в раздевалке, он был на сцене. Это из-за... Из от зрителей был выстрел. Там неизвестно, кто был, но это был тот... Нет-нет, что вы, что вы. И он только сказал, он так шагнул, ну что вы, это же известно всем, и книжки есть, и когда он сказал, как больно, вот это вот он сказал. И все. И потом пытались, ведь и Татьяна его жена, да, она же и книжки писала, и уж она-то была такой человек невероятный, вот он, он ее очень, ну, как-то это вот прям какой-то, как же даже назвать, но она вот действительно друг, настоящая, да? да, и друг, и жена, и все такое. А вот мальчишечка, который, Игорь очень любил его, этого мальчишечку, вот он, к сожалению, почему-то вот Игоря не стало, я не знаю почему, но так жалко мальчика, этого просто невероятно. И что самое, вы знаете, вот что неприятное всегда бывает, ужасно как-то. Вот это вот, пусть говорят, да, позвали, слава богу, позвали его, э, сына Игоря, и с парнем с каким-то. И они пришли, там быстренько поставили и срезали и потом, представляете? И он э, не то что запил, он, по-моему, даже кололся. И бедный Игорь, я представляю, как он в этом, в другом мире переживает за своего бедного мальчишку. Я не понимаю, говорят, что его убил то ли телохранитель Азизы, то ли Шляфман, его директор это в не раздевалке. Не голову, это ничего. То не... есть убили прямо из зала во время выступления это на не сцене. Зал. Это не было... зал, это была такая, ну, как бы, не знаю, кракушка, что ли, как это называется. Но это было не в помещении. Это было вот... На сцене? Да на сцене, э, нет, стреляли из, э, из зрителей. Да-да-да. В чем магия? В чем попали, в, прямо это, не, это нельзя было вообще никак даже угадать. Это был настоящий, э, ну, как, как назвать? Профессиональный его? выстрел. Профессион... Во, профессиональный выстрел. В чем, на ваш взгляд, магия Талькова и Цоя? Во-первых, они неотразимы. Вы их видели хотя бы? Ну, конечно, Но... конечно. Вы видели Игоря и да, Ой, это да, да что? Да. Ну, теперь на ну, что говорить-то. Ну, и, и помните, у Игоря, да, поэт и композитор Виктор Цой. А может быть, сегодня или завтра, уйду и я таинственным гонцом, туда, куда ушел, ушел от нас, от нас внезапно, поэт и композитор Виктор Цой. И мы же не знаем никто, кто, какой грузовик сбил его в это озеро. Какой-то. Какой угу. Ну вот. А, а Игоря прямо вот на этой самой площадке. А он сказал, он книжки у меня были, но вот я говорю, когда уезжаю надолго, то, в общем, что-то не нахожу. Ну это кто убирает там или что? то Ну что тут сделаешь. Но ну, это очень обидно и жалко, правда? Нельзя правда. уезжать. Но надо уезжать, никуда не денешься. Вы знаете, такая красота, которая есть и была у вас в советском кинематографе, большая редкость. И можно по пальцам пересчитать актрис. Я не знаю, Алла Ларионова, может быть. Красавица. Да. Другая Видите, это... я начинаю уже мучительно искать, а кого можно еще поставить, да? Удивительно красивая женщина. Я говорю о вас сейчас. Удивительно красивая, причем не советской какой-то красотой. Не советская, да, с благородством, я советской такая, с достоинством. Вот я об этом и да. говорю. У меня мама пулька. <laughs> Юнгвальд да. Хилькевич, Георгий Юнгвальд да, Хилькевич да, 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 да. писал мы с Ритой росли в одном дворе. У нее были очень красивые стройные ноги, хорошая фигура и рано появившаяся грудь. К сожалению, я не вошел в число парней, с кем у Риты были романы. У нее были у меня романы. Когда вот. я была девочкой, какие романы, ну что вы. Я... Из Ташкента я уехала. И попала в эту студию, и еще у меня вот только вот только 18 должно было быть. Нет, 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 это уже такие уже. Я э -э хочу спросить вас, при наличии такой красоты, да тем, более, ладно, как мы, тем более, как мы сказали, не советской, наверняка находилось очень много людей из числа и сильных мира сего, которые хотели представить себя рядом с вами. Сильно нет. домогались мужчины нет, или боялись нет. подойти. Особенно вот то, те, о которых вы говорите: нет-нет-нет, такие близко не подходили Боялись подойти. Да, нет, вот среди своих как-то, может быть, там что-то кто-то, что-то такое. А вообще-то, я мы когда работаем, вот например, даже на той же собаке, на сене и так далее. Никогда я никто этим не занимается, потому что надо, надо играть. Потому... Вот обычно, когда такая красивая женщина. Что говорят, вы мне повторяете? А мне приятно. Говорят, что мужчины робеют даже подойти, завязать разговор говоря уже, там, назначить а, свидание. Вы Нет, это я просто ага. спрашиваю вас. Угу. Рабели подходить или подходили? А я откуда знаю? Вы у них спрашиваете? Вы искусством занимались. Ну, каким искусством, смотря? Нет, ну что? Мы же выезжали, и вот, кстати, очень много работали. И Игорь пришел, когда мы уже, у нас уже была команда, да? Игорь Тальков. И нам, да, Игорь угу. Тальков пришел, и вот с нами как-то вместе объединился. И мы объездили всю страну вот вместе, правда? И где мы только не были. И все со своими вот, ну, такая группа угу. была. И фольклорная была, кстати, группа. И самое лучшее, которое есть у нас вообще Кабановы, это потрясающая пара. Они, они так пели потрясающе. Вот, когда я сделала чайку, они тоже как бы меня спасли, потому что вот перерыв какой-то надо же. Там же прошло два года, да? Вот. И мы запустили вот это праздничное. Вот они вот там все это пили потрясающе. Сегодня, когда показывают, а часто показывают ваши фильмы с вашим участием: «Д'Артаньян и три мушкетера. Да, и я, я не знаю, и собака это... на сене. Правда, да, да. Дневные, наверное, какие-то, нет? И вечерние, и дневные, и по разным Может, каналам. У меня какой я не другой больше телевизор скажу. Довольно часто показывают. Я опять вернусь к Юнвальту Хилькевичу, который сказал, он когда сказал. рассказывал о съемках. Да, он такой вообще любит он поговорить. Любит погарить, да? Погарить, да? Очень когда люблю. рассказывал о съемках, он сказал: мы, мы надели на Риту шифоновую кофточку без лифчика. Впервые в истории советского кинематографа в кадре, ну, несет, в кадре была видна женская грудь не в течение одного стыдливого мгновения, а практически постоянно. Да вот что на, за На ежегодно. него это произвело… Ну, он, же, он же всегда э, шутит. Вот, никто этого не знает. Правда. Ну, как он может это сказать? Это же смешно. Понимаете? Вы снимались и в «Собаке на сене», и в «Дартаняне и в трех мушкетерах» с Михаилом Боярским неотразимым мужчиной, кумиром поколения. Я помню до сих пор его фотографии на полиэтиленовых кульках. Советские женщины их носили. Да, это зрители и женщины. Какие отношения сложились с ним? Ну, а мы-то ведь, то есть, собственно говоря, партнеры. И ничего такого особенного, между прочим, ничего никак. Нет, я имею в виду, дружеские отношения сложились. Нет, хорошо с ним было. Вообще невозможно сниматься, если ты с этим человеком не ладишь. Не скажем да. дружбу, что нам дружба, что нам, зачем нам дружба. А вот в смысле, да, надо ладить обязательно. И причем невольно ты же играешь, если любовную роль тоже. Ты невольно все равно входишь в это во все. Симпатия должна быть при да, этом. Да, тем более, что он был первый раз, по-моему, первый раз у него был такой фильм. Первый. «Собака на сене», да? Да, 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 по-моему, да. Вот, и он очень хорошо, по-моему, играл. Обычно роли свои наделяют частицей своего характера. Вот когда вы играли Миледи, вы что-то от себя брали или нет, или все придумывали? Так, объясняю да? людям необразованным. Во-первых, это самая Миледи, причем их было две, и Ришелье, Кардинал единственные люди, а это были э, женщины, вот шпионки эти самые, так называемые. Да, не, не, да. послушайте, послушайте, это были его главные шпиончики. Она чертовски привлекательная и вообще вызывает какие-то. Это нормальные... мои волосы собственные, да-да-да, такие вот сейчас уже не такие, а вот тогда вот это действительно. Это правда, что Миледи должна была сыграть Соловей, но была чуть-чуть беременна и. Вот я не знаю этих причин, вот не знаю правда, что ведь всегда пробы, всегда так или иначе. Не знаю. Правда, не знаю. В чем вам больше везло, как вы считаете, в искусстве, в театре, в кино или в личной жизни? Вы знаете, я не могу пожаловаться ни на что. То есть можно, оказывается, и там, и там да. быть счастливой? Да, я думаю, что да. Ну, не всегда, ты же не идиот, чтобы все время быть счастливым. Но, в общем, да. Все-таки исследователи вашего творчества говорят, что главная тема в вашем творчестве тема женского одиночества это правда Чё или подобное? нет? наоборот тема любви. Вот видите? Да. Какое одиночество? Почему? Где она одиночество Даже Меледи не одинок. еще как? Еще как не одинок? А нет, она этой самой не была. Но вот что действительно Ришелье был тот. Это просто Дюма по написал, не что? Но решелье это единственный человек и у него были именно две, ну как говорится, сотрудницы, да? Сотрудницы. да, 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 да. Вот, решили. Я был главный человек, иначе бы ничего не было. Это, было, это все у Дюма наоборот. Роман Григорьевич Виктюк называл вас женщиной-ведьмой. Что он имел в виду? Это вы у него спросите. Я понятия не имею. Он болтает, что хочет. Несет какую-то чушь. Правда. Я знаю, что вам... Но это ведать вообще-то слово. Да, От веды. Да, веды, да? да. Ну, так... Ведаете? Это комплимент. Да перестаньте, пожалуйста. Что? Я знаю, что очень многие женщины, коллеги по работе вам отчаянно завидовали. И даже доходило до того, что вы падали под взглядами. Это было или нет? Ой, я не знаю. Чтобы упасть под взглядами, да? вообще нельзя быть киноактрисой. Как это упасть под взглядами? Ну вот так на вас смотрели иногда, а так глазить пытались? Да я не знаю, я вот этот первый раз слышу. Почему вы отрезали волосы? Ну, рано или поздно их отрезаешь, вообще-то. Но были у меня шикарные волосы, это правда. Да-да-да. Ну так бывает. Вы не жалели, когда шли на этот Я акт? ничего не жалела. Варварски. Нет, ну, вообще-то у Меледи были хорошие волосы. А собаки на сене, все это забивалось в прическу, но да, это был да. единственный вообще так и гримеш, и все делала. Это действительно на естественную волосах. Ведь обычно парик, а этого ничего у нас не было, когда мы, мы делали все натурально. когда-то был чудный курнос и нос. Елся. Вы знаете, нет, он не был чудный такой курносый, но было кое-что, почему пришлось немножко с этим разобраться. Но этот вообще уехал, он был, его фамилия Народецкий, он вообще уехал в Австралию. Больше уже То есть чуть-чуть что-то -чуть сделал, да? Не-не-не, просто действительно, действительно надо было там кое-что. Скажите, пожалуйста, вот такое явление, как роскошная женщина, зависит от финансовых возможностей или нет? я думаю, каждая женщина нормальная все равно зависит от каких-то финансов. Никогда она не будет женщина ничего не может вытаскивать из мужчины, если, если, если честно говорить. Ну, когда все в супружестве, там все там разберутся как-то, ну, ну, в общем, вы поняли. А вы сегодня довольны своим материальным положением? Да, в общем, я не жалуюсь. Вы знаете, я ни в каком случае не жалуюсь. Дети помогают? Ой, детям бы помочь. Сейчас же все зависли, но сейчас же действительно и денег нету, и все. Между прочим, вот я была у Сергея Михайловича Миронова, да? И э, вот хотела у него попросить, попросить деньги, но как-то не, ну, не постеснялась, вообще, понимаете? А вообще, по идее, он бы дал, наверное, деньги. Про, про Ксению Блаженную я говорю: что можно было бы сделать, вот. В театре, ну, как ты сделаешь, да? Там отдельные истории, небольшие, правильно? А вот кино можно сделать. Ну, посмотрим. Если Бог даст, будет хорошо. Я вам напоследок задам очень личный вопрос. Так. А возраст вас печалит, или вы находите в нем прелесть свои? Меня ничего не печалит, перестаньте. Я уже все отпечалило, что могу. не не вы так уж и не надо. Но дело в том, что, ну, как живешь... Но есть прелесть в этом возрасте? Да прелесть, это прелесть, это плохое слово. Что за прелесть такая? Нет, ну почему? Все хорошо. Все хорошо. А жизнь не такая большая, между прочим. Поэтому тут Если можно... вдуматься, да? Ну да, если вдуматься, жизнь недолгая. Не, не, не да еще там, как к тебе отнесутся. Вы верите в там? А как же? Что вы, дорогой? А как вы, иначе? Вы что? Как вы жить-то будете, если не будете верить? Верите обязательно. Найдите себе книжку, э, такую настоящую, в церкви можно купить. И там все, все будет как следует написано. Я, вы знаете, очень благодарен вам за эту беседу, за то, что вы есть, и я все-таки хочу пожелать вам еще ролей в кино. Мне очень хочется видеть вас на экране. И я уверен, что я не одинок в этом желании. Ну, ну вероятно. Уже как-то немножко и кино-то пошло немножко в другую сторону вообще-то, честно. И где-то вы кино видели, и ходили вы в кино в последнее время, понимаете? Это ведь никто почти не ходит. Подростки только на какие-то там... Подростковые какие фильмы. Да, какие-то. Сейчас, по-моему, не, не тот период, для, который для кинематографа. Вот мы попали в хороший период. В золотой период. В золотой. Я, может быть, так и так можно сказать, да. Угу. Спасибо вам, Маргарита Борисовна. И вам. Спасибо. спасибо. Да, спасибо. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях была одна из наивродливеших актрис радянського кино, народная артистка России Маргарита Терехова.